так да. много солнца, как да. в фильме. Да. Ну, ну, там, но все равно, вот этот подсолнух, девушка, которая бежит, это, наверное, уже было, как бы вы нам уже надежду начали давать, что жизни надо любить. Ну, видите, все изменилось. Я вам давал надежду, сейчас вы мне дайте надежду. Потому что эта надежда была, как сказать, в добе, во время, в котором авторский фильм был такая синтеза фильму, который хороший для критиков, и фильму, который хороший для публики. Сейчас это разделено. Да. Мы не знаем, что сейчас, как. Я знаю, что у вас, как у меня, это очень тяжелая работа. Сделать фильм, который жизнь и сила. Сила, как солнце. Я вам сказал, у меня там, у нас там в Сербии солнце есть, но нет всегда. Когда я показывал мой фильм Габриэл Гарсия Маркес, он был жив, я ему показал фильм на Кубе. «Жизнь как чудо», он попросил, где ты снял этот фильм? В Колумбии? Я сказал, нет, это в Сербии. Это поэтому я хочу сказать, что очень важно, что автор, режиссер, у его снага, которая надо видеть фильм. Если я всегда сказал, для меня солнце – это витамин D. Без витамин D я фильм не могу делать, поэтому эти фильмы были очень много денег, потому что это было очень долго. Сейчас я верю, что делаю «Белый облак» Джингисхана. Этот будет, я не знаю, как долго это надо, солнце и все, что мне надо в фильме. Но вера, что это композиция, на чем вы работаете, вера, что все может быть близко к перфекции. В этой вере лежит вопрос на то, как делать первый, второй, третий, стотый фильм биографии. И можно вопрос про музыку и про режиссуру. Все-таки это музыка – это отдушина, как вы сказали, витамин D для вас, когда нет фильма? Или это вы все-таки и музыкант, и режиссер одновременно? Вы знаете, что я не так хороший музыкант, но я начал 20 лет тому назад, я начал отдыхать в музыке, потому что работать на съемках, это, как сказал, это очень серьезно. Это как архитектор, который построит огромный дом, и он сам видит, что это будет, и никого там нет, он сам. В музыке не так. Когда у тебя хорошие музыканты, так всегда катарсис будет. И как ты знаешь, что ты не так хороший, как. Но у меня хороший слух. И в том, я думаю, что эти катарзи, через которые мы ходим, очень хорошие для моей души. В музыке очень тяжелая часть то, что ехаете в аэропорты, ехаете. Но когда концерт, в этом каждое слово в смысле, это очень-очень, это удача, это катарзис, который меня всегда влекает в будущее. Но форма музыки и фильма, она очень близка. Я думаю, что это самая близкая форма фильма. Сейчас новая музыка, новый фильм, я не знаю, что это. Я знаю, как, а что это было вчера. Ну, вопрос у меня тогда к музыкантам, продолжение темы нашего разговора. Вы сегодня уже...